Обучение татарскому языку легко, доступно и бесплатно. Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого вновь запускает курсы обучения татарскому языку. Русский вы, татарин или гости из-за рубежа значения не имеет. Программа обучения состоит из нескольких уровней – от начального до продвинутого. Занятия проходят 2 раза в неделю в течение 3 месяцев. По окончании курса участник получает сертификат о прохождении курсов. Однако для этого придется постараться. В конце участников будет ждать письменный и устный экзамен. Казанский федеральный университет проводит курсы с 2008 года, а с 2014 курсы проводятся по государственной программе по развитию и сохранению родных языков народов Татарстана. В 2014 году была принята государственная программа по развитию и сохранению родных языков народов Татарстана, и в программе есть специальный пункт отдельный, это курс татарского языка для населения. Вот по этой программе мы каждый год проводим бесплатные курсы татарского языка для населения города. В прошлом году татарскому языку обучались 400 человек, среди которых и студенты-иностранцы. Обучение проводится докторами и кандидатами наук, а также специалистами по татарскому языку школы татаристики. В этом году планируется набрать 10 групп, которые будут организованы после прохождения общего тестирования. Электронная регистрация доступна до 14 сентября для всех желающих на сайте Казанского федерального университета. Оповещение о начале занятий придет слушателям по электронной почте. Денис Панкратов, Владислав Михневский, УниверНьюс.